Мингичевирский государственный университет, кафедра иностранных языков, Юсупова Разита Гиреевна. Здравствуйте! Тема нашего урока сегодня – прошедшее время глагола. Глагол изменяется по временам и имеет три формы времени – прошедшее, настоящее, будущее. Прошедшее время – показывает на действие, происходящее до момента речи, и отвечает на вопросы, что делал, что сделал. Глаголы прошедшего времени образуются при помощи суффикса «л» от основы неопределенной формы. Слушать – слушал, смотреть – смотрел, лететь – летел. Давайте попробуем образовать прошедшее время глагола от неопределенной формы. Откройте учебник на странице 26. Найдите тематическую группу глаголов. Жить. Яшамак. Жил в прошедшем времени. Отдыхать. Отдыхал. Наступить. Наступил. Продолжаться. Продолжался. Приблизиться – приблизился, лежать – лежал. А вот глагол «идти» в прошедшем времени меняется в корне. Глагол «идти» в прошедшем времени что делал? Шел. Например, мальчик шел по улице. Глаголы прошедшего времени не изменяются по лицам. Они изменяются только по родам и по числам. Например, взять – взял, взяла, взяло – взяли. То есть формы прошедшего времени зависят от существительного. Если существительное мужского рода, то и глагол – будет стоять в форме мужского рода. Если существительное женского рода, то и глагол тоже будет стоять в форме женского рода. На странице 27 в вашем учебнике есть упражнение номер 4. Давайте попробуем его выполнить. Задание такое. Вместо точек вставьте глагол «идти» в нужной форме прошедшего времени. В первом предложении существительное «дождь» мужского рода, поэтому и глагол будет стоять в форме мужского рода. Весь день шел дождь. Во втором предложении существительное женского рода «шапочка». Поэтому и глагол тоже будет стоять в форме женского рода. По лесной тропинке шла красная шапочка. В третьем предложении существительное время среднего рода. Поэтому и глагол будет стоять в форме среднего рода. На прогулке время шло быстро. В четвертом предложении существительное колонны стоит в форме множественного числа, поэтому и глагол будет стоять в форме множественного числа. По улице шли колонны демонстрантов. Вы запишите это упражнение в тетради, подчеркнете глагол, который вы вставили вместо точек, и, кроме этого, выполните упражнение 5. В этом упражнении задание такое. Употребите глагол «учиться» в прошедшем времени. То есть вместо точек вы должны вставить глагол «учиться» в нужной форме в прошедшем времени. Обращайте внимание на существительное прежде всего. На этом наш урок закончился.